это другой еще рукав тоже. Ну, то есть старые семена, не знаю. О. Что-то там тех семян не видно почти. Они как пыль. Как пыль прям. Да. Ну вот, сейчас закопаем, потом здесь третью взятку сделаем. О, полетел как снег. Как снег, да? Как снег. Сначала надо мокренькое. Все белое. Вот так вот засыпают мокренькое, а потом сверху уже сухой. Вот. Чтобы они проросли, они должны в мокреньком быть. А сверху уже потом сухой. Ой, твои колючки, вот это надо было их собрать от елки. Проколол перчатки даже. Грабельками надо было собрать, вот все это работа. На даче был порядок, работать надо. Вот. Кусок. Не трогай, не трогай. Зайка, да он, да. Где зайка? Где зайка? По дорожке я не бегаю. Где я по дорожке зайка бегает? Какая зайка? Покажи, идем. Зайка. Где зайка по дорожке бегает? Не наступай. Туда нельзя, на траву. Трава мокрая. И папки мокрые. Да, все мокрое. Подсох. Сейчас ветер подует. Подсохнет трава. Потом пойдем. Ой, холодно как тут. Ну где твой зайка-то? Где зайка? Зайка, зайка по дорожке бегает. Где? Вот зайка. Где? Я сделала. Баба моя. Да, вчера сделала, да? Вчера сделала. Да, на трубу наступать нельзя. Лопнет она, да. Бух и все. О, а тут солнечно. Шатайся. Около туалета всегда тепло. Шатается дуба, да? Шатается, конечно. Здесь я на дубу, да? Да, да, вот-вот. Подрастешь, будешь делать трубу. Да, Дим? Дима, посмотри на маму. Ох. Подрастешь, будешь трубу делать. Да. Пошли обратно? Обратно пошли. Один, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, десять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И это опыт дуба. И это, конечно. Ну что? Где твой зайка-то? Комиссик тут. Угу. И зайка. Там чужое что-то. Там чужое, там соседи уже. Тут соседи, да. Да, там мы дачу продали в прошлом году, скажи. Мокрая. Мокрая. Пойдем назад. Пойдем, пойдем, пойдем. И тут соседи, да? Да. Бис. Там баба Вая. Салатик сеет. Сеет баба Вая салатик. Сеет салатик. Тут будет вместе цветок теперь у нас. Если вырастет, салатик будет. Упал, нет. Как упал. Да, упал там, потому что ты опять на трубу бежишь, не глядя. Там низинка сразу и упал, да? Он тебе говорит про мотыгу упала. А, мотыга. Сейчас или я мотыга. Буду делать борозд. Ай. Один, два, три, четыре. Да, один, два, три, четыре. Дима, какие цветы красивые. Покажи цветы, Дима. Вот они. Вот они. Какие цветочки. Да? Дима на даче отдыхает? Да? На даче. Сад красивый. Груша вся цветет.
увидим потом, сколько груш было. Она прям в этом году вся в цвету. В прошлом году отдыхала, но были цветочки. Вот. Вчера мы шли. Прям было, это гуляли. Вчера вы нас видели. Там прям много. Дерево было все в цвету полностью. Жалко. Брошенный участок. Здесь тоже все в цвету. Там вот, вот это вот Жигулевская наполовину. Она как-то однажды зимой подмерзла и стала теперь плодоносить по половине. Сначала одна половина, в следующий год половина отдыхает, другая половина плодоносит. Так удобно, кстати. Вот эта вот яблоня, она вся в цвету. Хотя, кстати, у нее яблоки последние уже лет 5-6. Да, лет 5 где-то. Очень плохие, невкусные стали какие-то. Плохие, хотят все срезать, а я не даю, все защищаю этот сад. Вот. Здесь нормальные яблочки. Остальных. А вот, вот эти вот две. Там зеленые яблоки. Они поздние. Зеленые такие, когда уже вот эти все проходят практически. Появляются те. Вот. Да? О, малыш мой идет, наш домик. И там вот в прошлом году мы продали второй участок. Там соседи у нас теперь. Очень хорошая вот эта вот была яблоня, но дети этих соседей, этих, ну, короче, их дети лазили по этому дереву, его всего обломали. И оно вообще такое стало маленькое. Там яблоко, оно плодоносило в прошлом году очень. Очень было много яблок. В этом году она отдыхает, видимо. Там 3 цветочка, что ли, всего. Его посрубали, вон веток очень много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 веток срубили. 9, 10. Офигеть. Было у нас пышное такое, можете посмотреть предыдущие года. Ну, вот они там себе постройку сделали, отдыхают. И копят деньги на наш участок теперь. Вот так вот. Защищала я свой участок, защищала всеми силами. Ездила, приезжала, покупала все. Вот домик покрашен в голубой цвет, все я красила. Сама покупала эту краску, везла сама всю эту тяжеленную краску. Несколько ходок в Леруа ездила. Сама красила. Все приезжала, все старалась, но нет, хотят продать. Бесполезно. Может, так и лучше даже. Так хоть у мамы машина есть, она нас возит. Автобус там 2 раза, что ли, в неделю ходит всего лишь. Сейчас машину иметь. Опасно очень на дорогах. Ну, вот так вот. Если бы здесь, конечно, была своя вода питьевая, тогда да, здесь можно приехать и жить. А воды нет, набрать негде. Магазин здесь далеко. 5-литровую бутылку больно не дотащишь на себе. Вести ее там велосипед больно не на чем. Вот квадроцикл, я думала, купить. Ставить негде. У нас там как раз гараж есть рядом с баней. Соседи купили, у нас гаража теперь нету. Его больно нигде не спрячешь, если так уезжать. Вот. Ну, сад здесь красивый очень. Мне нравится. Очень красивый. Уже вон травка все белым-бела. Здесь вот ландыши. А, вон виден. Нет, он был там.
Он повял у тебя просто. Солнышко чуть-чуть вышло. В саду хорошо здесь. Травку польем, она позеленеет, подрастет. Увидите потом, как у нас летом здесь классно. Или можете посмотреть предыдущие ролики предыдущих годов. В саду здесь очень, мне очень нравится здесь в саду. Вот только я мечтаю о гамаке каком-нибудь. Но деревья жалко, не хочется мучить гамаком этим.